Да, блин, нафига вот это курсорич? Holy shit, блин. Видеокассеты. Так, а курсор, надеюсь. А! Гамма. Holy shit. Так, что можем квалиться? Фуллскрин, это, видимо, окном сделать. Че? Наверное, не надо, да? Надо, чтобы оно было больно. Раз оно из дерьма. Так. О, блин. Чат, мы какой будем? VHS? PSX? Господи. Midnight. Вот этот дефолтный. Видимо, дефолт. Я не люблю, на самом деле, инстаграм-фильтры в видеоиграх. Алло, Асп, иди сюда, сейчас будешь нам рассказывать, что делать. Так, плей. Start a new game. Дефолт оставь, иначе класс вытащит. Ну, по фактам я же вижу. Так. Луна. Потому что у нас эта игра, понимаете? Луна. И она наркотиками сыпет на голову. Так. Что такое? Борщ. Ничего себе. Общага. Коттедж. Ворона. Нифига ворона. Круговорот ворон в природе. И снизу тоже луна. Сверху луна и снизу луна. Ай, борщ, блин. А, что такое, килька? Ясь здоровенный. Летит. Блюет. Писит. Помогите. Написал. Так. И это был диплор, что миллион лет назад написали? Long ago, a great beast came from the sea. And brought with it a poisonous fog that spread across the earth. Так. Corrupting everything it reached, the poison fog slowly transformed the world and brought about a new age. Now, grounded by the poison sky and outnumbered by creatures, humankind became desperate and formed feudal kingdoms. Closed off from each other, they became paranoid and are on the brink of extinction. Those deemed undesirable, such as criminals or the ill, are cast out, banished into the depths of the great well, a pit of the diseased and undead. The great well is said to have but one door to the surface. Так, одна дверь. One door. Так. Экспозишн, жесть вообще. Так. А, ну это как Dark Souls. Боже, что с лицом. Это я держусь. Вречет ты. Thinking of stealing your life back. You belong to the depths now. Блин. Страшно. Так. Так, ZM War Иван. Так, Hidden. Блин, вот это курсор. Little Bad. Так.
Иван Пенге. Бьюти. О. Горшок. Боже, это какие-то фури делали опять? Да, прям дефолтный. External image. Я буду вот этим. Так, класс вор. Так, я так понял. Блин, ну здесь прямо этот самый, да? Dark Souls. Knight. Описание меняется. Hidden figure. То есть вор дефолтный. Is little but adept at fighting. Меняются статы, да? Левел 5. У рыцаря 10, у него больше силы. Это что такое? Это резисты какие-нибудь? Что лучше, когда много резистов или когда мало резистов? То есть это какой-то... Типа вот этот какой-нибудь яд, огонь. Резисты. Так. 130, 120. Вич. Vaccine of the Moon, Feed of the Realm Lunacy. Vampire. Replenished by the Shedding of Blood by Weakened from Fire. Fizz, Fire, Frost, Poison, Holy, Dark. Так. Получается, что это не резист, а уязвимости. Потому что у вампира 25 к дарку. Навряд ли это резист, скорее всего, это наоборот, что 25 это он очень мало дэмэджа получает, правильно? То есть 200 от холи, скорее всего, и 150 от огня, мне кажется, было естественно. Окей, undead. Highly resistant and stubborn. Ну тоже, да, holy и fire. Royal. Inexperienced, but well equipped otherwise. Their lineage foretelling of importance. Этот много к чему из... А, ну он, кстати, resistant. Клерик. Еще хилить можно будет. Шиноби для вебу. Forsaken. О, бомж первого левела. Мы обычно Forsaken играем. В соусу-то. А здесь надо будет гриндить? Ну, видимо, на бомже будем. Так, pronounce the exam. Ксе-ксем. Боже, я таких не знаю даже. Алло. Блин, капец. Так нельзя. Финализируем. Так. Рука. Чёрт, undead. А, блин. Чё написано? Hollow Basin. Hollow Knight. Так, это всё, играть можно. Грабы. Нифига, прям ворочается, смотреть физик. Так, могу прыгать. Так, а кнопки нам не сказали, да? Чё есть? Q, V. Прыгать можно, садиться, видимо, нельзя. О, на тап инвентарь. Левел 1, экспа 0, сильвер 0. Есть два бара каких-то. Weapons, Magic Rings, Quick Items. Каунт. Это для вампиров, видимо, они любят читать. Game Manual. Блин. Капец вообще. Так. Materials count 3. Так, это те же настройки. А, нет, здесь больше NPC health, always run, on. Компас. Может, мне компас надо? Или мы его найдем потом? Simple. King. Я боюсь, что я заблужусь в этой игре. Legacy mod какой-то. Use tank control. Че, блин? А. Simple compass это вот такой вот. А кинг, видимо, как в Скайриме, да? Нам не нужен компас. Это жесть. Если Асп сказал, что он без компаса не заблудился, то мы тоже не заблудимся.
Я буду сильный. Так. Черепока. Так. Сенсав вроде... Может быть и хуже. Пока не буду менять. Так. Ползем. Пока идет. А, блин, страшно. Last Grave. Музыка Баяку Макира. Который, видимо, мужик-девелопер этой игры. Калыч. Собелека. Реплика сорт. Рид. Как Рид? Е? О. Newest of the Fallen. Take up your sword and fight. I'm gonna take that bitch. Где? Replica sword. Expertly sculpted piece of stone made to resemble the steel long swords of the castle guard. Not an elegant weapon by any means, but better than nothing. 6 damage, блин. 25 скорости, 3 рича, 40% гарда. Это, видимо, 40% дэмэджа я получаю, когда... Backstep. Trust. А где? Алло. О. Видимо, Q с вещистоты. Стамина. О, можно чаржить. Так, ну все, там что, кого, давай, ну-ка сюда, блин. Секреты есть? Бам. Руду можно копать? Ага, shift наоборот. То есть я по дефолту бегаю всегда, shift. Бесполезная кнопка, по сути. Варп. А, блин, страшно. Дырочки. Курсорчик посвечится. Так. То есть однажды будет варп. Сейв. Левел ап. А, блин, нельзя. Так, ну все, я пошел. Так. Дверь. Какая-то сложная. 4 штуки. Видимо, это конец игры здесь, да? Там сангвина. Пришел. Так. Окей. От сейва идем тогда налево. Че здесь? Вы че свое дерьмо здесь поставили? Табличка. Seek the slumbering creature of moonlight. They are the last existing door. Так. Короче, что-то спит. И она дверь. О, oh, shit. Что такое? Ага. Окей, наука произведенная. Подожди. А здесь загрузка, да? Здесь не Dark Souls. То есть ты не спавнишься с душами, там, с лутом. Ты прям ресетишься целиком, да? Окей, науку произвели, это слишком высоко, чтобы... Там, притом, оно продамажило меня на полпути, как будто бы. Капец, то есть надо бегать сейвиться, когда мало хп, например. Взял, бежал обратно, посейвился, если... Бич. Можно гардиться. Гард, притом, это тогл. Вы чё, блин? Так, а лут у них будет? Дай лут. Ashes. Ash Seeketh Embers. River of Death, новый саундтрек. Так, пришли. Можно налево. Можно направо, чат выбирается. Посередке зомби лежит. Бич. Weapon XP идет. В смысле Weapon XP? Weapon XP? Это как в этом самом, в Кослеваниях. Я налево. Блин, и начинаются лабиринты. Здесь направо, можно здесь прямо. Прямо тупик. Не спи, замерзнешь. Так, что-то ползает. Мобы. Улитка. Нифига. А. И что, вот это убить не могли, дерьмо?
пошла нафиг отсюда. Мы здесь лазим. Так. Еще лежит труп. Так, и теперь развилка налево, либо прямо. Перекатов нет, поэтому, видимо, вперед-назад ходим. XP, видимо, тоже нет. Так, здесь можно налево. Либо прямо. Я пойду налево. Здесь можно налево или направо, но там, видимо, тупик. Так, ну пока я не прощаю. Секрет есть? Так, это мы уже три раза налево идем, да? А как бэкстеп? Там был что-то показатель бэкстепа. Блин, кач идет. Лоуд. Боншарт нафиг. Элитная. А, блин. А, ваншотник? Бич. Правильно, иди нафиг отсюда. Ты чё, блин? Я, говорит, ушла. Так, ладно, надо... И теперь заново всех улиток, блин, качать. Потрачено. Так. Ну мы теперь на опыте. Нифига. Так, на горшках. Надо засейвиться после горшков, да? Эшес. Так. Здесь что, статичный лут? Статичный дроп? Так подожди, если статичный и монстр, если не респавнится, то это значит, что не надо было бомжом начинать. Качаться-то можно? На этот раз идем направо, чат. Так. Есть тупичок. Тут тупичок. Бам. Капец, вообще мне не говорили, что они жесткие. Я без армора, видимо. Молочная улитка. Здесь что-то темно. Там светится, там бонус дадут. Можно налево. Что такое? Рид. Temple of Silence, Hollow Basin. Ну чё, блин. Estus Flask. Hell's Vial. Он одноразовый или это прям Estus? Бич. Я понял. Golden Vial of Blood fully recovers drinkers vitality again tonight. Tratata. This vial remains precious relic of the time. Расходник. Так, а как его? Один. На вампире играл, ты чё, офигел? Так, и тут можно было где-то направо, вот здесь. Так, подожди, это опять... Или другие улитки? Нифига, баха. Может, нам тоже надо вампир? 10 денег. Тихо. Фармим. Да, мне кажется, из-за одного стата. Это
Это мы обратно пришли, да? Где? Да. То есть здесь мы брали кал. Вот она, убитая улитка. Хорошо, нам надо пойти с мелкой улиткой разобраться. Или пойти посовиться сначала. Нам надо посовиться, чтобы мы потом 10 раз горшки не били. Пока недалеко шли. Уже вроде прокач идет. Так. Левел ап. Я прям могу... А как я... Как понять, что я... 6 скиллпоинтов? Как понять, что... А. Хелс. То есть я 5 кп, 2 маны и бейс-атаку получаю просто за... Strength defines maximum health and damage done with melee weapons. Maximum health, how much can be blocked before your guard is broken. То есть стамина, видимо. То есть 10 health он предлагает за деф. СПД, running speed. И все, типа. Может быть, это важно. Dex, jump height, damage done with ranged weapons. Mana spell damage, spell charge. Шесть скиллпоинтов. Плюс 35 кп будет. И 2,7. 2,7. Блин, может надо было не за бомжа стартовать, а за вора дефолтную. Что я тоже подумал там, потому что у него было по 5 уровень, по 5 статов во всем. Типа я вот этот дерьмон, например. А будут требования вещей к надеванию? То есть будет ли там типа шапка нагибания плюс 2, которая скажет, тебе надо 5 СПД, чтобы носить? Или можно прям все в силу? Какой софткап силы, блин? Полевелился. Нифига, у меня писюн вырос. Основное отличие уязвимости. Где они? Они, кстати, здесь где-нибудь написаны? Или что? Или все, мы их, когда создавали, мы их нажали и как бы... В мануале посмотришь, короче. А реально, где резисты показывают после создания? Так. Что здесь было? Налево. 3 раза налево, и там была эта улитка. И там водичка какая-то была. Видимо, намекаешь, что надо водичку, а не в улитку. Так подожди, сейчас мы улитку, у меня дамеджа сейчас вообще жесть. Я сейчас за 2 удара убью. То есть туда это к двери. А сюда это сейчас здесь люто будет. Бич. Двухшотнул. Так а реально, блин, резисты будут меняться или нет? А, кстати, и вообще в статы в целом. Конечно, интерфейс. Суровый. Каунт один. Эшес. Видимо, надо ресерч сделать. Блин, здесь еще скукожено в хлам. То есть надо вспоминать... А, ну вот здесь написано. Forsaken. 150. Ну... То есть я больше дэмэджа от нормала получаю. Нафига мы Forsaken сделали? И меня поэтому улитка ваншотует нафиг. О, сделали чар от дерьма. Это ресет.
То есть Worm меньше от Poison, Firelight чуть больше. 80 Dark. Может реально ресетнуть, пока не это самое? Ты чё, блин? Нифига, ты чё, собака? Куда? Стой! На! Как пить? На 2. И это прям фул бабки. Откуда она вообще взялась? Блин, а я башкой покрутил и заблудился. В меню нет паузы. Так, подожди, мы отсюда пришли, то есть там сюда. Так, это супер улитка. I'm gonna fuck it up. Bitch. Сюда, блин. Правильно, иди домой нафиг. Ха. Без головы остался. На, блин. А лут где? 10. Разницы не замечу. Ну нет, что, 50% дэмджа, я разницы не замечу. Водичка. Секретики есть? А, говорил здесь про загадки очень много. Пошел налево. Есть какой-то таракан. Ктулха какая-то. Шулкер. Блин, боевка прям моровиндовская. Ты чё, блин? Ты чё, блин? Вы чё, офигели? Креветка его заобнила. А хилочку дадут? А реген будет? Написали, блин. Так, я резко направо захотел, я не схотел еще на креветку. Или здесь еще что-то, блин. Факин шулькер. Piece of shit. Реген будет после... Да, блин. Тихо нафиг. Блин, надо сейвы, главное, переть. Надо скорость, видимо, качать. Я сюда, короче, пошел. Fuck them shulkers. Там еще один он. В смысле мана? Ты мне спелов-то, блин, не дал? Какая нафиг мана, чел? Значит, Е1. О, окей. Теперь это имеет смысл. 1-2 переключается. На 2 пить. Точнее, 1-3 переключать на 2 пить. Ману дам, спелов не дам. Разберешься, наберешь. Там что-то еще сверкает. Тихо, блин. Ghost Light. The fuck is this? Magic Ring. Conjuring. Spectral Orb of Light that follows the caster for 60 seconds. Свет. Equip. Как жать спел? E, R, F. Replica Sword. Что-то стало. На С, блин. Кастуй, блин. Нифига. С, В. А, В, видим второй слот. А сверху мана, да? То есть я на всю ману фиолетовую стану.
И нафига оно мне? Темно будет, типа? Так, окей, могу ли я бить шулькера, чтобы дэмидж не получить? У него прожектайл был со мной водящийся. Я не хочу заново начинать, нам надо засейвиться сходить. Ман потрачен на ресет. Мы здесь убили босса, блин. Можно сбить каст, окей. Не, но я сначала все равно посейвлюсь, если сейв хилит. Не со мной водящийся. Так, и это здесь будет сейчас дверь. И мы закольцуемся. Сейчас все нормально будет. То есть надо было банку не пить. Сразу же. Окей. В следующем эпизоде мы будем Это надо прям... Сбегал, посмотрел две комнаты, побежал полчаса обратно до сейва. 15-минутный отрезок на YouTube выложил. И в следующем эпизоде мы будем смотреть комнату с водой. Раньше так делали. Я помню, смотрел чьи-то плейтру. Я уж не помню, что Dead Space. 10-минутными кусками. Где 5 минут чел тупой. И 5 минут он какую-то одну комнату посмотрел. Сейф нормально регенит чел. Ну, кстати, не всю ману нарегенил. Но это как бог с ней. Так, я готов. Давайте, где там что ваше дерьмо? Шулькеров не ощущаем больше. Как она называется? Temple of Silence. Кстати, не понял, а почему не всю ману? И хп как будто тоже не все. Может, это бар проклятый просто? Так, пока вроде не заблудился. Притом очень сами коридоры. Может, реально компас надо? Ну-ка, блин, где он там? Ну, он просто такой... Он просто такой дерьмовый, на самом деле. Ну, что это такое? Там один компас, другого лучшего. Второй шариком, блин. Так. На север, чат, мы пойдем после того, как мы пойдем на восток. Здесь шулькер недобитый, надо ему пояснить, кто из бати. Мы из кольца брали, здесь больше ничего нету. Бич, писа, щет. Ах ты так, значит, да? На, блин. На, блин. Куда пошел нафиг? Где лут? Пол хп, блин, отняло. Он меня просто покусал. Ну, не зря сейвились. Я бы, если так на нее накинулся... Окей, лайт-атаки кринж, их не надо пользоваться, похоже, да? Так. Здесь на восток мы пока не пойдем. Мы пойдем прямо, надо вот этому пояснить, то есть, бать. Он здесь тоже не прав. Че, все, да? А, блин. Так, будет с каждым. Обсидиан, давай сюда нафиг. Так, и че есть? Так, на севере трупы и тупик. Пустите. Так, ладно, шулькеров мы не прощаем. У нас стратка есть теперь. Так, и здесь мы идем на восток. И тут грибы-грибы. И здесь еще один шулькер. No shit. А, блин. Sit down. Так, самовыражаемся на шулькерах. На восток пока не пойдем, сначала пойдем на север. Здесь можно идти, блин, на запад.
Только меня жизнь не готовила. На запад идется прям жестко. Может, надо было там на восток идти сперва? Капец, я иду. Я все еще иду. Сейчас, похоже, надо будет свет самонить. Биг пещера. Чемодан! No way. Колеса, Flame Spear. Агрессив. Flaming Javelin, блин. Выполняю створом в пиромансе by Fire Witch Ashley. Сейчас люто будем жарить шулькеров. На всю ману. Подожди-ка. Это друган мой? О? Аниме! Так это дверь в самом начале, которая. Вы чё, блин? Нифига, она расчекрыжится. С косой, блин, аниме. Hollow Basin. Highest reached point of the Great Well. Безопасно, говорит. Except Wings Rest. I can spirit you there if you want. No. Убить можно? Нам надо. Так, а это прям не иронично к сейву идет. Не, ну очевидно, что мы здесь на восток еще там не сходили на улитку, поэтому. Окей, это закольцевало нас. Так. Нифига, блин, шестой левел. Вот так, типа? Меньше давай стали. А нет, 5-1, 5-3, чё, блин, 5-5. Сейчас свои найдем, будем шлепать. Да, мне кажется, СПД тоже надо. СПД стамина не надо, потому что мы не блокируем. Но вдруг однажды надо будет блокировать. Сейв, блин. Я слишком привык, что Bonfire сам себя сейвит. Да, в СПД, ну я смотрю, мы иначе здесь 2 года будем бегать. Потому что Shift замедляет, а не ускоряет. Тихо, не варп, сейв. Все, я готов. Я по дешулькеров за 2 удара сейчас буду носить. Так а как понять, где экспа? Тихо. Экспа. 65%, окей. Левел 6 Forsaken. Silver 26. А мана при том здесь целая, а сверху бар как будто не полный. ХП на этот раз полный. Что с, с манобаром? Так. Это мы обратно к воде пойдем. И там надо сходить на восток сейчас. Все остальное мы, по сути, поэксплорили, да? Здесь вроде изи все у нас складывается. Так. Короче, вон там мы не были, все остальное мы были, да? Да. Так, вот он, восток. Так, здесь, во-первых, баночка на ХП. Это нам надо. И, во-вторых, тупик.
В смысле? А что ты говорил, с бабой не соглашаться? Мне больше некуда идти теперь. Я все поэксплорил. Вроде все остальное мы посмотрели, да? Осталась только дверь. Которая хочет ключ, которого нет, видимо. Какой нафиг рычаг? Вы про что начинаете? Какой рычаг, блин, вы что начали? Они, главное, говорят оба на одной волне, но мимо меня. А, шорткат. Я понял. Да, я дернул, так поговорил. Все, окей, парни, тихо, все нормально. У нас теперь спел есть. Все, шуркеры всех зафармили, все хорошо сделали, подсейвились. Летим спокойно с чуиху в город. Блин, а там прям город будет, да? По нему пойти ходить надо будет. Окей, скорость мы явно будем качать, потому что, ну, это жесть. Большая часть плейтайма, что ты уже знаешь, где ты шел, и ты просто пятинишь. Так. Yes. Jesus. Так. Мы в городе. Wings Rest. Сейф. Нифига есть, мужик. Кристал Шард. О, это варп назад. Прикол. О, ну, кстати, это хорошая тема. Так. Nice fucking город, мейт. Чё тебе надо? Так, монахи, говорит, город построили. Их банишнули во время крузейдов. Protective magic. Use crystal where you came in. Окей. Здесь не надо, как в Dark Souls, экзостить диалог, как минимум. Нифига листья. Место. The moon cried to us in our time of need. Мне кажется, они сильно ненормальны. Нифига диван. Сидеть можно. Посреди дивана. Так. Торговец. Шерил воронок. Кря-кря. Добро пожаловать, тут Депс. Ка-ка-ка. New trinket. Enchanted key. Рапира, блин. Damage 12. Steel needle. Супер рапира с гардом ремовит. 21. У нас 26 денег. Арбалет, хилочка, антидот. Блин, что началось-то? Короче, надо 112 накопить. Не, тихо, надо ключ купить, да? Порчес. А, на одноразовый, наверное, тоже, да? Теперь мы можем открыть дверь, видимо, вот эта, которая была.
Так. Чиж. Oil. Enhance weapon. Да фак вы чё, блин? Yes. Чё, блин? Cannot be... Чё есть? Heritage sword. 27 дэмэджа теперь. И у него поменялось. Quality pass down for generations. Я апгрейднул. Это, видимо, экспо надо, да? Заливать и потом грейдить. Где это видно было? Блин, а где? Экспа меча-то где? Ё-моё. А, блин, интерфейс дерьмо. Это бесплатно было, да? То есть, как только она может инхансить, ты идешь сюда и инхансишь. Клайв. Хилочку дал. Клайв Хоуми. Салютейшнс. Алхимик. Вон иду сам алхими. Опал, Yellow Moral, Lotus Seed. Короче, вот это. Ой. А больше нет ничего. Оно заруинит это все, да? То есть надо строго по формулам. Так, и то есть, по сути, здесь больше ничего нет, да? Алхимия, вендор, апгрейдилка. Коробки, говорит, надо бить. Где? Нифига я тебе ваншотую. Здесь бабки, блин. Вы еще молчали? Где еще? Больше нету. Окей, коробки надо бить. Так, давай посейвимся и попробуем непись побить тоже. Бич. Анимание взаимно, понятно. У него хилочки здесь лежат, он их пьет. Так, ладно, мы с классным мечом теперь должны осваиваться. Так. Так, теперь мы можем в дверь, которая была с какой стороны быстрее. Я думаю, не важно. Блин, здесь дольше будет, да? Как же мы идем? Окей, следующий левел мы будем вливать. Нет, там должен же быть какой-нибудь кап, там поди, там 50 силы и будет сильно меньше давать все. Что-нибудь такое. Иначе какой смысл? Что там, за 5 левелов у тебя 50 силы уже. В смысле? Он респавнился? Ах ты дерьмо собачье, ну-ка иди сюда, блин. На, блин. Нифига я овню теперь. Слышишь, у меня теперь сабля IP. Погоди, но у меня теперь экспы нету, да?
То есть она один раз только грейдится. Я теперь шуркеров, блин, тушотаю. Офигеть, фармим на обсидиан. Так там сейчас босса улитка мы раскидаем просто. Офигеть. Перекач. Потрогал масло. Полоска маны зато починилась. А, так надо магию еще попробовать, вот это огненное дерьмо. Мы сейчас в улитку станем. Сейчас будет люто готовиться. А где дэмэдж? Ладно, магия. Видимо, инту надо было качать. Магия для бичей, походу. А, фонарик есть, и ладно. Мана, кстати, тоже, походу, не регенится. Так, дверь была где-то вон там. 20-50-75. Найс. Ну да, там видно было, что оно начинало постранно добавлять. То один поинт, то два. Так. В смысле, а где, блин? Ключ надо из задницы откуда-то доставать. Enchanted key. Забавно, что вот у этих есть нарисованные модельки. А у этих нет. У них элементы еще разные. От уровней градации? Да фак. В смысле, от уровней градации? Это очень странно. Так, то есть мне надо найти кей. Нифига, блин, я его сувнул. Так, и здесь какой-то temple of что-то там. А, типа меньше скиллпоинтов будут давать. Но это другое. Сами-то скиллпоинты одинаковые будут. Торч. Крут торч. У него тоже есть Open XP. Так. Может на улитках? Нифига, у меня рука висит. Ну ее же отрезали, правильно, в касцене. Это диплор. Мы теперь диплор знаем. Сейчас зомби встанет. Сидеть, блин. Так. Мы за руку играем, да? Ты же видел касцену, говорит, ты чё, блин, рука прицепилась? И топором по ней, бам. Капец, я иду. Так, а если... Я понял. Так, подожди, а горшки как бить? Вызывать на всю ману дерьма? Чат, нам придется жить с этим. Процесс избивания горшков. О, что такое? Excuse me. Они не расстроятся, что им гробы зажег? Сломал? Да вы чё, блин? И гробы потухли. Страшно.
чел. Мне кажется, он мертв. Мне кажется, у них что-то с головой. Че, мужики? Класс файл. Где хейтера? Так. Надо вернуться в ту развилку, здесь что-то далеко идется. То есть здесь дверь. Здесь первая развилка. Соответственно, мы идем на юг. Горшки обязательно, мы факел качаем. Так, на юге штучки. И еще одна дверь, блин. Они задолбали. То есть надо было туда все. Скоро будет факел плюс один. Так, идем обратно теперь. Все, со следующего левела чат точно надо качать. У нас здесь 29% уже можно. Сейчас сейф найдем, сразу качнем скорость. Нафига нам скорость? Можно гуськом, но, блин, с дэмэджем. Так, вот. И, короче, можно на север, и можно пойти налево, и мы идем налево. Очевидно. Пять денег. Семь денег. Кач, жесть. Еще что-то? Дай. Еще две деньги. Так, это там же? Или это другая тема? Это другая тема. Чел с книжкой? Read. Soon will be free of the accursed will. For great prophet Abdul has found a way out. Will be tethered here physically. Our minds can be extricated with enlightenment. Абдул, блин, руинит. Я горшок спалил. Подожди, что он какое-то дерьмо написал? Great Prophet Abdullah, а мы, говорит, тезернулись. И у них майнс, видно, экстрикейт, просто голову взорвались. Так, ладно, они тупые, допустим. Ашес. Let's fucking go. Страшно. Забавно, что ни одного моба не было. Ritual Dagger. Poison. Вот это poison. Бич. Не, ладно, это кринж. Мы на свае. Это обратно же. Не, подожди, рычаг. Это с другой стороны. А здесь нельзя. Да, мэс.
на себя намекается. Что просто можно упасть и будет найс. Так, это куда мы? Окей. Окей. Не, подожди, че? Это другое место. Я думал, это шорткат, блин. Где мы нафиг теперь? Там челик был, это психопат. Я нафармил, мне, блин, дайте бонфайр. Иначе все горшки заново бить. Я не то чтобы против. Улитка. Мужики. Вайп-чек. Честь. Колечко. Литоманси. Фармим. Как мы себе. Так, здесь табличка, тихо. To hunger is to live, to consume is to die. Кушать не надо, то есть. Почти вкачали факел на фул, by the way. Окей. Сидят, молятся креветки, с креветкой ничего даже сделать нельзя, вы что, тупые? Чел. Сразу видно, что без мозга. Так. А мне хватит маны этот свет ставить, как думаете? Хватило? Piece of shit. Сюда, блин. Где? Это не тот фонтан, где мы что-то ходили? Где в самом начале лежал колни? То есть они просто здесь проснулись? Нет. Это другой фонтан. Они все проснулись, походу. Мы разбираемся... Мы понимаем, где мы ходим, исключительно потому, что... Горшков нет. Я то не понимаю. Кого тебя? Piece of shit. Играть научись, блин. Так погоди, если они все здесь просыпаются, мы сейчас здесь такой фарм устроим нафиг. The fuck is this? Бро без головы. А, ты чё? Пошёл нафиг. Вы что всех разбудили, чат? Так, и там, где книжку мы читали, да, сейчас тоже будет кошмарче. Это другой мост. Я сбудился уже.
честно вам скажу. Так, хилочку сверху мы видели. На нее, видимо, чисто прыгать надо, если прыгни вкачал. Как умудрились сделать, что я сбудился? То есть с момента, как мы упали вниз, оно все какое-то одинаковое было. It appears the brain was removed, but the wounds were inflicted within the skull itself. Brain carved its own way out. У них мозги сбежали. Будете много тысяч смотреть, тоже такие будете. Че? Нори? А почему знак вопроса был? А здесь нету. Потому что Е надо было нажать. И чего, не могли Е нажать все это время? Подожди, так это мы в самом начале пришли, да? Нет? Я теперь заблудился в квадрате. Подожди, бро с саблей. Мы так не договаривались. Вы чё, мужики? Кидартно. Угомонись, блин. Они, по-моему, еще хуже меня играют. Пошли нафиг этим. Моя комната. Так, горшков не вижу, значит мы здесь были. И че, блин? Вы чё, блин, везде идётся нафиг? Я сбудился. Уже трижды. Окей, звук это когда у них часть тела отвалилась. Так, здесь идется. Водка, Blood Wine. Не ломается. Чел. Пошел нафиг. Да, блин. Да главное, сейва здесь не было еще в этой локе вообще, в принципе. Но нам, походу, не надо. Мы просто сейчас всю игру пройдем. Братиш. Ну, ты вообще глупый. Иди, блин, на работу устроюсь, что ты.
Заклинание света, кстати, кала, оно очень недолго длилось. Блин, лабиринт теперь. Я уже четырежды заблудился. Страшно. Мираж. В смысле, блин? Опять этот сраный фонтан? Это тот же самый фонтан, да? Чё, блин? Да не. А, мы крабим экспу. Мы потом вкачаем сразу скорость на 800. Так, вот, это откуда все началось вообще? Это начальные развилки самые. То здесь должна быть закрыта дверь, правильно? Все, мы в самом начале вернулись, и вот отсюда... Вот, она теперь открыта. Тут теперь бомжи. Ты че, блин? Почему он играет лучше, чем рыцарь их? Ты че? Вайп-чек. Так, здесь какой-то Earthworks. Подземка какая-то. Вы чё, блин? Блин, идем нафиг по какой-то там этой самой. Следующая станция — Красные Ворота. У них лица нет, потому что у них мозги убежали. Ты что, диплор не читал? Есть опять направо. Блин, это что, это большая игра получается, да? Аспид, ты мне говорил, что мы не заблудимся. Или мы по кругу прошли? Здесь тупик. Новый. Ну, понятно. И тут диплор, тихо. You're in the know, right? VHS тейп. В смысле? Видеокассету нашли. Где она? Вы чё, блин? И restores one's blood and health is vampiric, otherwise poisonous. То есть хилки для вампиров. Теперь надо видак найти. I'm in the know. Идем дальше. У меня не складывается ментальная карта, и поэтому очень плохо. Выглядит как тупик. Я думал, мы закольцуемся. И теперь обратно, блин, эти полчаса. Окей, скорость точно надо качать. Хорошо, сколько там было ответвлений? Там было... В это мы ходили за видеокассетой. Было еще одно, как минимум. То здесь видеокассета.
Так. Отсюда пришли. Не, подожди, что? Мы не... Отсюда пришли. Гадя, оно закольцевало... А, то есть там дверь и здесь дверь. Я понял. То есть там дверь, и следующая дверь, туда дверь. Кольцо не посмотрел. Какое кольцо? Литоманси. Forbidden Blood Magic that gives life to an animate unable to comprehend existence. The object's only scream, created by the Mad Wizard Abdul before his exile. It is unknown what the purpose of this spell was. Че, блин? Так, ну это нам надо вместо Flame Spiral, который дерьмо, Литоманси. Будем оживлять объекты. Только они ничего не могут, кроме того, чтобы кричать. Только у нас мана нет. Тупой Абдул. Stone Club. Simple Club. У нас торч почти вкачан. Теперь качаем Stone Club. А, она, похоже, шмякает прям. Вроде норм. Так, блин, тихо. Это за углом, да? То есть вот здесь вот это с Гагулина, это в ту же комнату. Но мы все равно почекаем на случай, если здесь приколы. Приколов нету. Окей. Хорошо, что факел не кончается. Так, и там дверь. Fated Майер. Ачивку дали. Reach the sewer. Вы что, я не хочу. Нет. Здесь сейчас понос будет этот самый Медзаковский. Также трипофобия. Нам надо обратно и мумии там долбить, понять эту катакомбу. Потому что она что-то там здоровенная прям. Гитворхи. Бич. Так, мы с юга пришли. Ну да, я так понимаю, по одному кристаллу на локацию. Странно, что мы в прошлом не нашли. Get fucked. Нам теперь дубины надо ломать, кошки. Дубина, похоже, API, она когда вкачается, она будет лучше саблю. Я вам гарантирую это. Так, тихо, здесь. Рестери направо, налево Lower Passage. А прямо? Прямо закрыто, шорткат будет. Не, здесь тоже тихо написано все. River Passage. Ну и занято пока что. Я в Рестери пошел. Почилим там. И мы улетим в город.
И из города, видимо, надо будет обратно. В начало само. Stone Club. В смысле, я еще один Stone Club слутал? Че? А, нет. У меня просто на свапе. Он пишет, когда свапишься. Я думаю, тут. Вот и сейв. Видеокассеты есть еще? Так, ну мы сейчас Т2 Торч вкачаем. И нам надо к мумиям обратно. И там надо, я не знаю, с бумажкой будет рисовать мне карту. Потому что мы там наоткрывали двери и разбудили всех мумий. Там капец, что происходит. Так. Во-первых, левел ап. Накача, блин. А, ну все еще норм дает. Вон, point 2, point 1. Ну там, видимо, какие-то сотые доли. Мне кажется, скорость нужна. Типа 50 силы. Вот так. А декса нужна, интересно? Jump height, наверное, нет. Mana spell damage, spell charge. Статус эффекта. Ну, кстати, 10 хп это дерьмо дает. Дефенс. Ну, кстати, скорость-то почти, блин, ну нифига, манда, блин. Тихо, ну, Спиди Гонзалес, Иван, сейчас нафиг. 35. Короче, сила не нужна. Во, блин. О, блин, вот это кайф. Так, и теперь можно, наверное... Короче, где-то 40 скорости, и мы отключим автобег. Как вам такая идея? Не, ну теперь с кайфом, конечно. Подожди, нам надо ворпануться, я поапгрейдюсь факел. А я сейчас смотрю в настройках, главное... Player Speed Cap говорит, off. 60, 40, 20. Оф, чё? Наверное, вот это надо, always run off. Footsteps, класс. Вообще, footsteps разные. Difficulty, ползунок при том. Оно при том градациями каким-то. Всё, то есть я хожу, как мы ходили. И теперь варпаем нафиг сюда опять. Так, я перехожу. Здорово, чуваки. У нас бабок. Офигеть. Сейчас рапиру купим. Факел апгрейдим. Found this. Dried red. Ты чё, дура? Алло, Клайв. Great Witch who escaped the Great Well. Так. Ребенка сбросили в колодец. Так, child was passion. Убежали by astral projection. А сверху, говорит, тоже кринж. Поэтому они вернулись. А у них тело умерло, пока они там летали. Потом про вот это. Salutations.
Алхимия сложная, да? Здесь надо быть внимательным. Опал, Yellow Moral, Lotus Seed, Crystal Shard. Это который, чтобы вернуться обратно. Антидот. Два Destroy Angel Mushrooms, Lotus Seed Pod. Притом не делюсь, что надо комбайнить, чтобы понять. Типа... А, ну у нас, кстати, есть пан. То есть, если я вот так вот сделаю... Что будет? А, ну она просто не работает, окей. Ну, то есть можно экспериментировать, и ты однажды найдешь формулу, я так это понимаю. Так, мы можем рапирку купить. Бам! Iron Torch нафиг. Upgrade with Iron Bands. Чё скажется? Нафига мы это сделали? Так. Да, надо до 40 мы докачаем СПД, и тогда у нас скорость ходьбы будет как раньше скорость бега. И чтобы на шифте можно было летать и спокойно ходить на другой фигне. Так, пойдем обратно сюда. Сейчас только надо бы вспомнить, где здесь дверь была. Так, здесь сейвимся. Так. Идем сюда. Блин, ну хотя шифт держать, конечно, тоже так себе. Капсом не топлится. Лол. Алло, блин. Шокер. Дубинку чё ткал. А, блин. Ладно, дубинку мы прокачаем на этих самых. Ну, понял. На горшках. Она очень долго чаржится. Ну хотя качается быстро с другой стороны. Так, ладно, идем. Так подожди. С бесконечной скоростью ходьбы я же вообще неуязвимый нафиг. Он не попал. Лошок. Мне кажется, рапира надо качать, а не дерьмо. Так, вот, мы пришли. Сейчас будем опять лазить здесь заново все. То есть от фонтана нам надо по сторонам света делать ресерчи, где что были, где не были. Иначе мы офигеем. Не, ну железным факелом-то, конечно, блин, изи будет. Так нафига она дерьмовую рапиру продавала? Ты, блин, апгрейдишь саблю, у тебя сабля начинает шмякать по пол хп всем.
Она терапию продает, она что, дура? О, горшки респавнятся. Let's go. Подожди, ну это же плохо. Мы сейчас оживим штуку. Даже чё? А, я за кровь это кастую? Вы чё, блин? За хп? А, нафига этот спалует? Можно отмечать, где это было, орущими вещами, да? Так, погоди, здесь все мумии сейчас респавнулись, правильно? Так. Вот, это самое начало. То есть там налево подземка. И там от фонтана слева тоже в подземку. Подземку мы всю исследовали, 100%. Нам надо квадратную комнату одинаковую. Лунатизм теперь? Че? Че, блин? Алло, чат. Лунатик есть что-то? Так. То есть вот это дерьмо, это метро. Да. Так. Бомжара. Бич. Не догонишь нафиг. Качаем дубину. Бам. Пошел нафиг. Почти докачали. Мы потом будем качать. Кастуешь магию. Как купится лунатизм в зависимости от фазового некста? Чат, какая сейчас луна растет, убывает? Сейчас новолуние, наверное, да? А, не, подожди. Середина месяца, полнолуние, да? Лунатизм, больше входящий урон, больше magic damage, больше экспа. Че, блин? У меня и так 150%, блин, дерьма этого самого, физического. Сказали мне бомжа делать. Так, вот, фонтан. Короче, мы перешли на фонтан с юга, чат. Мы пойдем на запад. Но, по-моему, на запад это то, откуда мы приходили, с какого-то шортката. Вот здесь мы открывали, нет? Да, мэс. Видимо, докачали ее, да? Все, дубинку свечим нафиг. Она из кринжа. Steel Needle. Steel Needle чуть слабее. Strangely Modified Rapier with Guard Removed. Как определить, где юг? Сверху компас, который мы в опциях нашли, иначе бы никак. Чуть не докачаем. Fuck. Интересный индикатор. О, здорово. Время. Да ты чё, офигел? Козёл. Пошёл нафиг. А! Они же играть не умели. Все, теперь докачали, когда она синий стала целиком. Капец, у него дэмджи там. Надо на рапире. Надо ли хилиться? Нас следующая тычка такая убьет, наверное, да? Мне кажется, надо хилиться. Мы докачали. Так, окей. Идем на восток.
Годите, это с востока мы приходили из секретика. Окей, тогда не идем на восток. Рапира не качается? Вы чё, блин? А нафига я покупал тогда? Она хуже моей сабли. Ладно, она быстрее чаржится. Так, то есть по дефолту было открыто только прямо проход. Здесь был секретик, здесь была дверь. Так, мы опять идем прямо тогда. Рапирин качается, вообще офигели, блин. Так. Это метро, блин. Так. Оно было закрыто здесь изначально. Так, и это... Подожди, мы обратно вернулись сначала каким-то образом. Чё, блин? Я башкой крутанул или чё? Так. Вот, сюда надо было. Мы не туда пошли. Мы пошли на юг вместо севера. Не, ну в рапирке ты ДПС, по-моему, повыше. Саблю долго чаржится. Кольца флейф получше. Она не качается, это кринж. Я хочу качаться. Так. И тут, соответственно, прямо это мы открывали какой-то шорткат. Да, вот где банка. А нафига я бью горшки, если это даже оружие не качает, блин? Так. Погоди, ну как мы по дефолту на этот мост залезали? Отсюда? Нет, не отсюда. Я хочу вспомнить, как мы изначально-то шли. То есть вот. Неужели? Нет, это мы секретом открывали 100%. Отсюда пришли. Отсюда? Наверное, да. Так, здесь... Кассета есть? Так. Наверх, значит. Точно, мы сверху там падали вниз. И там из-за того, что... Непонятно, откуда ты там нафиг падал. Блин, из-за того, что теперь... Здесь куча... Блин. Меня эти двери смущают. Тут брали кал какой-то. Вот, вот он этот мост. То есть отсюда мы падали вниз, открывали эту дверь. Но здесь еще одна дверь. И тут мы ходили направо. И налево. Фак. И направо была секретка. Ах ты. Выпей хилочку. Блин, как она здорово хилит. Вот эта фигня выглядит как дверь. Нифига себе. Блин, такой Вольфенштейн, конечно. Еще дверь есть? Я понял. Так, то есть туда там туннельчики, которые... Да-да-да, окей. А здесь прям табличка. Hollow Basin, в смысле? Окей, мы здесь не были.
учебным. Это мы в какой-то другой части Hollow Basin теперь, подожди. Это там, где, видимо, мост был снизу. Тихо, давай тогда здесь снизу еще полазим обратно. Спасибо, бомжи. Рапирка сама вперед себя ланжит чуть-чуть. Не уверен, нравится мне это или нет. Но ей, видимо, можно более точно руки-ноги откусывать. Так, есть большая решетка и ничего нету. No way. Да в смысле? Нафига это все было? Так, а в Hollow Basin, наверное, сейчас вообще кошмар что начнется, да? То есть надо... трупы оживить, ты че? В смысле трупы оживить? Ладно, горшок оживить, ты бы сказал. Это еще один мост. И с моста можно прыгать на вот эту тему. Только, видимо, надо больше джампа. Так, есть колечко. Flame Flare. Так у нас уже есть. Нафига нам еще одна? Как это работает? Они стакаются? А, Flame Flare и Flame Spear. Flame Glide. Дураки. Так, окей. Это мы все посмотрели там, где идти... не наверх, но в другую сторону. Так. Изи. Все, я решил, что мы пойдем в Hollow Basin смотреть, чем там еще не видели. Потому что снизу с мумиями остался только вот этот нижний этаж, который на север от спавна. Так, здесь что? Здесь сразу какой-то лут. Steel Spear, копье, блин. Давай. Sharp Spear. Качать можно. Качать нельзя. В смысле, а нафига он такой? Так, это мы оказались снизу, где мы науку делали в самом начале. И тут глаз. Мираж, мираж. И тут наверх. Это мы в самом начале придем. Офигеть. Так, погоди, может сходить засейвиться? Нифига, оно скрипит потертое седло. Отлетели вот сейв. Я, наверное, буду ходить... Можно слетать дубинку качнуть? Да, слетаем, качнем дубинку. И сравним это все. Так. О, 35. Ладно, пусть будет 40. Все, 40. И мы больше не трогаем это дерьмо. Дальше силу качаем. Рапиру купить вторую. Деньги-то есть у меня? Наверное, надо вернуться обратно на автобег. И мы на... Хватает. Может, арбалет тоже купить?
Готовы? О, блин, Iron Club. Так, 39 дэмэджа. Я же говорил, что там будет лучше всего. Но мы еще должны качать рапиру, видимо. Но она будет, наверное, просто такой же, да? Не, она будет другой рапирой, она будет с гардом. Это без гарда и из дерьма. В смысле, она еще грейдится? Она еще грейдится! Мы на свае будем, блин, с дубиной. Алло, Клайв. Yes. Holy shit, блин. Так. Все, мы всегда будем на турбоежике. Варпаем нафиг. Сейчас на дубине будем бам-бам. Так, чё, кого нафиг? Так, пожа, она не туда. Блин, так слишком быстро. Перекачали сил, скорость. В смысле? Юзей Форест. В лес пришли? Вы чё, блин, какой нафиг лес? Мы с мумиями не долазили все ещё, мне кажется. Капец, она заряжается. Но мне кажется, лучше всё-таки тяжёлое оружие здесь, учитывая, что боёвка подбегать и отбегать. Ё-моё здесь. И снизу олень какой-то. Я просто кликом ваншотаю. Через там собачьим всё это дерьмо. Так, ладно, в лес мы пока не пойдём, да? Мы здесь чисто вот это вот сейчас... Подхомячим. 6 хилочек уже. А вы говорили, мы не сможем нахилиться. Да, блин, бам. Можно ограничить. Так там ограничение 20, 40, 60. Это, видимо, для тех, кто случайно вкачал 38 поинтов. И хочет, чтобы у меня было 20 поинтов. Ну вот я на 40 оставил. То есть я вручную ограничил скиллпоинтами. Мы больше не будем качать. Так. И нам надо обратно к монахам. И там на первом этаже все облазить. Потому что я на 100% уверен, мы там что-то не дают сам. Так, здесь хилки были. Так, вот это мост. А в прошлый раз я почему-то... Я упал вниз, а туда мы не пошли. Почему? Здесь закрыто было, да? Поэтому не пошли. Смотрите. Check this out. Piece of shit. Я в смысле не вошел. У них резист как будто. Она кастовала там какой-то кал. Вы видели это дерьмо? Так, и теперь я падаю вниз. И здесь фонтан сейчас будет вот этот. Вот, фонтан. И это на север от фонтана, да?
И здесь мы брали хилку сверху. Окей, я сориентировался. Наконец-то. Так. То есть это второй мост. Блин, представься, мы когда дубинку прокачаем на второй раз. И, конечно, сложно с горшками. Ну, как бы не всем же горшки уметь убивать. Они иногда двухшотаются, иногда трехшотаются. Так. Отсюда только на восток. Это, по-моему, где книжка была дурацкая, да? Про то, что убежало одеяло, улетело простыня. Почему горшки горят? Очень тупые. Так, вот книжка. Мозги убежали. Так, вот секретик. Который в здоровенный зал. И что-то из здоровенного зала мы потом куда-то убежали. Растет сорт. В смысле, так можно было все это время? Нафармил с чуваков дерьма. Ты чё, блин? Poison? Ты чё, офигел? А у меня антидот-то есть? Вы чё, блин, начинаете? Какой нафиг? А, блин! У меня только сушёные крысы, блин. А, так яд-то, он что-то одноразово тикнул и всё. Вы чё, паникуете, лол? Вы больше орете, чем на самом деле. Так. Блин, здесь везде все идется. И тут лежит еще кал. Бладстрайк. Почему? Много все нашли. Выпанайст форму Blood Magic. Это чтобы вместо маны хпшкой кастовать. Ну, кстати, хпшка вроде регенится обратно. Может, тоже надо бы вампиром играть? Так, здесь что-то здоровенное, это зала. И там, по-моему, она еще и разветвлялась в самом начале. То есть где-то, блин... Не здесь. А, не здесь. Окей, отсюда мы зашли. Так, вот здесь было разветвление, что вот это и... А, и все, и больше ничего нет. Так. Есть одна большая зала. Где можно налево? И там можно направо, это секретик, который мы только что брали, окей. Табьем бичей. Ножок. Так. А вот здесь экшли развилка. И в прошлый раз, по-моему, мы направо пошли. Так, слева лутец. Щит! Да вы чё? Кто с щитом-то играет, лол? Взяли щит даль. Книжка. Long ago I heard tales of Abdul in his temple.
Because the managed to reach enlightenment and escape, but they're still here, or at least their bodies are. Так они, значит, обратно возвращаются, они что, тупые? Так, и чё, щит? Офхенд. Так, подожди, а как я могу? Я одновременно щит и меч не могу, да? Вы что, тупые? Щит бестолковый, ненужный кал. То есть у него просто 80 гарда, и ты можешь шмякать. Дроков толкать. А был, получается, Рачило? Так не, они же там написали, что он типа сбежал. В скобочках астральным проджекшеном, типа как выбрался. Только мозги у него бежали из башки. А их трупы вон теперь бегают сами по себе. Без мозга. Я деплор-то уже шерю. Пока здесь третий круг наматываешь, просветляешься сам тоже. Так, это где здесь лежал какой-то калыш? Не открывается. Ну это сейчас нас приведет к тому, где мы мираж нажимали, и это был переход к фонтану. И нам тогда останется пойти налево, где первый мост был. Блин, я не вижу. Слишком светло в комнате для этой игры. Вот он, фонтан. Тут ничего не жмется. Окей, и соответственно опять от фонтана на север. Ё-мо, откуда уберечься? И теперь сюда вот. Вы говорите, труп оживить. Хорошо, давайте я оживлю труп. Он будет орать. Ничего не стало, чат. Он даже орать не стал. То есть канделябру оживлять было более лучшим решением в этом плане. Так, это где мы на рычаг нажимали? Качаемся. А, это где дураки сидели. И тут вот непонятная крокозябра, но нам надо ее запомнить. Там они вроде что-то писали, что consuming cringe, а hunger это база. Получается, все посмотрели здесь. Сейчас я сломаю здесь. Так, и теперь тогда надо вспомнить, где была... Это самое. То есть вот эта вся фигня, она бестолковая. Фонтан, ненужный кал. Ой. Что-то не туда, да? Мы все полутали.
Вот, от фонтана на юг. Это начало само. И нам надо в подземку. Оникс. И из подземки в канализацию. Потому что все остальное мы везде были. И это вот здесь. Вот подземка. И здесь до конца бежишь, там канализация. Все, чат, мы прошли это дерьмо. То есть сверху форест. Иди нафиг. Но мы идем в канализацию, потому что это звучит как более веселое времяпровождение. Этот этаж мы наконец прошли. Объявляю пройденным. Так. Фетид Майер. Пойдем посадимся. Качнем миллион сил. Только это и есть болото. Сорок. Оптимальный билд от Ивана Пенги. Чекайте. Главное сейвиться не забывайте, потому что после Dark Souls'ов ты полевелился и убежал. Так, ну здесь можно без факела вроде. Так, и тут говорят прямо... Налево пойдешь Lower Passage, прямо пойдешь ривер какой-то, но ривер закрытый. Пидрат. Слайм. Нифига она жирная. Ее огнем, наверное, надо. Говорили, надо лотос фармить. О, прокисает как. Так, давайте ориентироваться. То есть мы идем на юг. Lower Passage на юг. И здесь сразу же антидот. И тупик. О, лотос. Еще лотос. Окей, фармим лотоса. Секретик есть? Вроде нет. Так. И теперь идем на север. Но пока вроде развилок не было больше. Какие-то кори торчат. Калыч. Пищит кал. Так, ну все, она там откисает. Не зря факел-то я кашел. Ай, блин. А что, она меня что-то потрогала, а я ничего не нормально. Так. И теперь пришли в здоровенную, блин, штуку. Так, север основное направление. Можно еще на запад. А, я понял. Только на запад и можно. Все еще иду. Сложно. Препятствие. Карта не будет. Компас вон дали. Пишет.
Ты чё-то, блин, сколько у тебя СПД-то там вкачано, алё? Так, туда, видимо, не надо. Крысы не прокачали бег. Пытаются от ванны убежать. Оптимально, блин, с билдом. Окей, подозреваю, что можно вниз туда попасть. Там какие-то... По-моему, тоже такая же скиська. Так, ладно, мы пока идем сюда. Здесь еще один чан с дерьмом. Так, есть дверь, есть мостик. Табличка River Passage. Полагаю, что это мы сейчас закруглимся, не? Я, собственно, поэтому сюда пошел. Блин, ставим скелетон. Ты чё, чел? Скелетоны должны к банту быть уязвимы. Piece of shit. И все, он теперь тупой. Пошел нафиг. Вот, сохранять здесь тоже. Я думаю, сейчас мы просто дверь откроем. Блин, poisoned. Помогите. Да он офигел. Так, не забываем, что там дальше можно было покалывать. Приз. Опять бесполезное кольцо. Сколько можно колец давать? Дайте, блин, какую-нибудь шмяклку. Барьер. Может, магию надо качать, чат? Или магия дерьмо? Пока что ни одной магии не пользовался, их очень много дают. Барьер. Protect fall in front of caster. Conjuration. Вот, и это мы пришли к сейву. Дубина недокачанная, правда. Го, посадимся. Так. Мы, считай, прошли уже этот уровень. Здесь вот от River Passage вниз, и там чан с дерьмом, через мостик проходишь, и конец. Мультик показывает. Рид. Где? А, это я дерьмо. Я думал, книжка на полу где-то. Все, опять есть бичи. Да. Да как ты это делаешь? Как он трекает меня, если я ему голову сломал? О, видали, он сразу пыряет. Так. Ты чё, бро?
Бро, устал. Надо докачать дубину, наконец, а мы все огнем бьем. Шок. Так, могила. Идем еще ниже. Так, и мы сейчас в этих тазиках дерьма, видимо, будем бегать, да? Ай, блин. У нас столько хп уже, что мне вообще пофиг. Виндэш. Капец, они довольны. Форс. Sudden gust of wind. Launch of forward velocity. Чекается, сейчас будет виндэш. Готовы? Блин. Че скажете? Так. Если... Очень хочется науку провести. Окей. Блин. Выпусти. Так, мы пришли из востока. Вы че? О! Джампинг качали. Так. Здесь мы не были. Это на север мы идем. Здесь начинается история. Погоди, нам значит сюда в следующий раз надо. Как я не взял? Lotus Seed нам важный очень компонент нашего. Нашего дерьма. Мы сначала пойдем на юг. Так, здесь второй шанс с дерьмом. The fuck is this, bro? Босс! Делаю слайм. Написал, ты чё, офигел, чмо? Пошел нафиг. Тоже мне, блин, пистил. Капец. Ладно, босса убили. Как я... Надо как-то на угол на текстуру прыгать, чтобы суметь. Так. Здесь еще один шанс с дерьмом. И еще один дело слайм. Да вы че, блин? Я думал, мы прошли игру уже. И там еще один. Блин. Тихо, я сначала в другую дырку полезу. Они писают слишком жестко. Сначала сюда, значит. Погоди, а здесь что-то? Чё? Наверх. Вы чё, блин?
Excuse me. Это же место дерьма, которое было... Которое мы вот здесь на... Окей. Okay. Зашорткатили место, где больше никогда не будем ходить в жизни. То есть нам надо обратно к этим делу слаймам. Так, тихо, все, соберитесь, блин, сейчас будет жестко. Готовы? Писа, щит. Не попал. Где хейтер? Так, это на юг. Underworks. Нам пока туда не надо. А, больше-то некуда. А, блин. Так. То есть можно на юг. И можно на запад. Excuse me. Помогите, блин. Алло, да вы чё, мужики? Нет. Это ГГ. Забери меня, блин, нафиг. Нет, я не хочу. Отдайте, блин. О, ну за что? Это наука же была просто. Где лесенка? Я уже забыл, где я был. О, блин. Капец. Так, хорошо, не пришлось выйти и зажигать куда-нибудь. Все, я сбудился. Машок. Да пошел ты. Короче, когда ты вперед держишь и бьешь пушкой, тебя как будто вперед чуть толкает при попадании. И из-за этого уже раз пять, наверное, в слаймов зашел. Я сблудился. Крысиный король. А, блин. Идите нафиг. Блидинг, вы чё нафиг?
Я супер мега заблудился, by the way. Блин, Ас, вот это ты, конечно, подставил. Это просто капец. Спрашиваешь. Алло, там типа одинаковые коридоры, я типа. Я не буду тупой. Не, говорит, норм. И вся игра, блин, одинаковый коридор. Вы че нафиг? Я, говорит, изи прошел. Ты же понимаешь, что пройти-то может и я пройду, но это же совсем не для стримеров тема. Стримеры тупые. Нельзя такое давать. А, блин, это что вообще нафиг за... Отвали, блин. Опа. Фак. А, ситуация, блин. Мы в дерьме. Да... Вылези нафиг. Мужик. Бро. Где он там? Че ты орешь нафиг? А ну иди сюда. Обузим. Тихо-тихо-тихо. Мужики. Ща-ща-ща. Все, наберешь. Блин, опять бляды. Капец. Сраная крыса. Про крысиного короля это урбан легенда. Про то, что крысы хвостами сцепляются. Да, блин. Я не хочу. Можно как-то без этого быть? Калыч. Мне не нравится это место. В смысле, еще одна? Я подозреваю, что мобы спавнятся просто рандомно сами собой. Пока ты бегаешь кругами. Если это так, то это кринж. И чё ты, блин? Я, говорит, пошла. Что, тупая? Вернись, блин. Fuck you. Закрыто? Нет! Да блин, иди нафиг. А, да в смысле она плавает со мной здесь? А-а-а! Помогите. Ой! Я случайно банку выпил. Юга. Вернись, блин. Она со скоростью прокачана тоже. А, блин. Пошла нафиг. Сколько их здесь? Вы че? Ё-моё, вот этот болит мне отвинчивает задницу. Я при этом не понимаю вообще, зачем я здесь. Я буквально просто по левой стеночке бегу. Вот, я куда-то прибежал. Все, пойдем нафиг отсюда. Это место дерьма. Она нам не нравится, вождь твой. Это лезть обратно я иду, да? Так и в чем смысл был нашего вот этого? Это куда? Че, блин? Пришли куда-то еще. Ачивку дали. За 25 левел.
Жесть. Так, чат, я, наверное, все, я пошел кушать. Я сегодня не емши. Еще до сих пор. Как здесь? 26 левел, изи качнули. Почти прошли там игру, там снизу осталось только разобраться чуть. И сверху в лесу. Дубинку почти докачали. Материалов большое количество. Знаю, это выглядит как игра, в которую надо без стрима, типа, дождливым вечером лазить по кругу, пока в голове ментальная карта не составится. Слишком одинаковые коридоры для того, чтобы одновременно можно было и в чат мельком смотреть, и крутануть башкой, не заблудиться. Я так считаю. Не для стримеров. Так. So, see you next time.